Хей, hey, okay, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Hidden South Time. Окей, мы с вами прошли полностью сюжетную линию, у нас остались сказания викингов и легенды Японии. Японию мы знаем, там призраки, духи мы оставим напоследок, значит пойдем в сказания викингов. Ну чё, полетели. Злодеяние Локи. А Локи, если никто не знает, это бог лжи, типа того, по идее. А Локи хотела отомстить брату за насмешки, поэтому спрятал его молот и взамен принес обычный. Он спрятал ожерелье Фрейи, чтобы кто-нибудь его случайно съел. Желая отомстить Одину, он превратил Мунина, одного из воронов, в жабу. Он отправлял еду смертным, которые дерзали, насмехаясь над ним. Он спрятал медальон Валькирии в груди сокровищ, чтобы она никогда его не нашла. Присмотревшись, когда можно... как можно выше, он рассказал Локи о насмешках богов. Так, один ворон. Так, сокровища, чтобы их кто-то съел. Должен быть среди орудия, как я понимаю. Так, цыпленка я пока что вообще не вижу. И молота я тоже не вижу. Может, он у кого-то? Локи хотел отомстить брату за насмешки, поэтому спрятал его молот взамен, принес обычный. Присмотревшись как можно выше, он рассказал Локи о насмешках богов. Присмотревшись выше, но его тут нету. Где этот цыпленок? На дереве, что ли, где-то? Вон оно что. Так, а теперь остался молот. Деревня Альвов. А для вас вилку положить забыли. Да, вилка. Мне пришло в голову попытаться сделать новое удобрение. По крайней мере, стул тут удобный. Вы продержали такой долгий путь, чтобы меня увидеть. Новый промах придает достать новые стрелы. Придется достать новые стрелы, и я сохраню яйцо. Еще чуть-чуть, и эта штука упала бы мне на голову. Так, короче, на голову. Кто это вообще? Какие-то эльфы. Вам вилки не хватило. Мне чуть не упал на голову, значит... О, подожди, я могу уже смотреть, оказывается. Так, мне нужна, короче, голова. Гном, стрелы, яйцо.
стрелы. Так, вот лучник. Значит, где-то здесь стрелы должны быть. Так, окей, мне чуть на голову не упала шишка. Шишка в основном у елок. По идее. Хотя, еще чуть-чуть, и эта штука упала бы мне на голову. То есть она куда-то упала уже. Новый промах, придется достать новые стрелы. Так, раз, лучник. Хотя достать стрелы откуда? Вопрос тоже. Ну вот тоже с луком. Вот, ага, вот промах, хорошо, значит где-то здесь. Ритуал. Один сверху все видит. А, Один, Айбдун один. Эти штуки есть только в определенной части леса. Берегись, кинжал выпал из церемональной одеяния. Великан умер с мечом в руках. Они идут все глубже в лес. Надо предупредить Конунга. Осторожней, не споткнитесь об эту штуку, когда пойдете на церемонию. Он сам хотел участвовать в ритуале, не волнуйтесь. Так, у него выпало церемонального одеяния. Как нифига тут скелеты. Нихера тут великан. Гном. Так. Гриб, перышко. Что мы ищем? Ворон, ножик, меч. Так, это ваш я тебя видел. Камешек и череп. Так, меч великанным. Камешек. Так, нож, он сказал, выпал с одежды. Так, череп. Один сверху, один сверху все видит. Следующий. Отряд для рыбалки. Мы обнаружили... Так, мы обычно не используем такие лади, но не могу не признать, что это отличные посудины. Нет ничего лучше, чем поездка отца и сына на рыбалку. Он прятался за носовой фигуркой корабля. Мы ничего не заметили. Это не приманка. Ее надо вытащить из воды. Проклятие. Моя жерелье упала на лед. Он поедал мертвого дракона. Наверное, это вкусно. Слава богам. Еда со мной. Надеюсь, огонь не перекинется на лодку. Они отлично работают. Ваудили огромный меч. Так, ну смотрите, в принципе, скорее всего... Нихера. Нет ничего лучше, чем поездка отца и сына на рыбалку. И если считать, что это викинги, плюс эта мифология довольно такая, ну вы поняли. Если он будет еще с красными татуировками, то это Кратос. Так, где? Так, дракона вижу. Подожди. А, плевать. Мы ищем меч. Она не используется как приманка.
Еще какой-то здоровый. О, вот. Ха! Ха! Так, удочка утонула. Что-то я парнишу вообще не мог найти. А, вот нашел. Так, это не приманка, ее надо вытащить из воды. Это не приманка, значит где-то меч вогнут в воду. Я могу их поднимать? Нет, не могу. Ага. Так, на корабле должно быть мясо. Надеюсь, огонь не перекинется. Так, мне нужна лодка. Все. Кузница. Тут понятно, что дворфы будут, те же гномы. Новый молот сильно отличается от предыдущего. Он не раб, просто всегда готов помочь. С его помощью Один следит за великанами. Птица должна соблюдать осторожность, иначе из нее сделают шашлык. Великан — это не уголь. Он месяцами не мылся, сейчас самое время. Вот и доказательство того, что мой шлем вовсе не велик. Никакого колдовства без волшебных рун. Где-то здесь должен быть лишний череп ворона. Ну ладно, живым путь закрыт. А что насчет мертвых? Сколько народу, а стол всего один. Сразу стол нашел. Так, стоп, стоп, вот это уголь, да, должен я искать? Вот, вот, вот камешки. Закрыт. Так, рунам. Рунам. Великан, это не уголь. Так, около великана должен быть. Ворон. Так, что мы ищем? Подожди. Руна. Так, череп. Он месяцами не мылся, решил помыться. Так, парень со шлемом на голове. С желтыми волосами. Так, череп птицы. Новый молот сильно отличается. И осталось найти вот это. Там сказано, великан, это не уголь. Значит, около великана. Значит, возле какого-то великана. А, я даже не заметил. Вторжение. Отдайте мне свой щит, он нужен для корабля. Хотите выкинуть мой талисман? Только через мой труп. Эй, слышите меня? У меня веревка на... не завязана. Наша галера самая крепкая. И зачем вы все это взяли? Вы даже не знаете, как называется этот фрукт. Я в такие дела не лезу, боится из меня так себе. В парусе что-то застряло. Слишком холодно.
Свежее мясо, она рядом. Эй, нравится быть хорошенькой? Так, шлем, меч, ага. Льдином. Топор, стрела. Так, не то, так, овечка. Где-то здесь, да, должен быть? Ага, вот нашел. О, нихера себе. Так, льдина, ну, скорее всего, либо где-то здесь на острове, либо в воде. Так, стрела. Фрукты, фрукты, фрукты. Льдина. Вот тут здесь, как я понимаю, должен быть, да? Да. Веревка. Тан-та-тан-тан-тан. Отдать мне свой щит, он нужен для корабля. Хотите кинуть мой талисман? Только через мой труп. Выкинуть талисман откуда? И куда? Игдрасиль. Как-то быстро очень. Она ест листья дерева. Ни за что не угадайте, что у нее в имени вместо молока. Мед. Три ведьмы прядут нити. Судьбы каждого человека из магии очень сильна. Мимир, чья говорящая голова находится у западного источника, знает все. Правда. Не знает, где его тело. Только один знает, что обозначают эти руны. Источник силы одной из ведьм. Корни Игдрасиля творят чудеса. Драконы любят сокровища, это всем известно. Даже конунги падают, подаются маги. Просто следите за костями. Птицы с Игдрасиля вьют гнезда только в золотых ветвях. Фрукты, что растут в этих землях, могут иногда быть необычными. Могила в таком месте? Наверное, здесь похоронен кто-то важный. Ах, нифига здесь территория. Ну, поехали. Начнем с ведьмы. Так, череп. Посох. Где-то здесь должен быть посох, потому что было сказано, это что-то одно из ведьм. Здесь похоронен, наверное, кто там. Та-та-та-та-та. Драконы и правду любят. Нашел. Не знаю, где его тело. Но здесь вот хорошо, что здесь разделено по участкам. И просто листаешь, в одном типа участке должен быть один предмет, ну, как-то так. Так, а вот теперь пошла у нас исковина, в плане того, что я не понимаю теперь, что и где. Так, корни Игдрасиля, корни, короче, это должны быть.
нити. Поселение викингов. Это идеально оружие, с его помощью я прославлю свой род. Ему надо подождать, пока воины уйдут, а потом он атакует. Надо похоронить мертвецов. Надеюсь, ритуал сработает. Извини, малыш, тебе пока нельзя в поход с нами. Сколько сокровищ у тебя, старик? Ты, наверное, великий воин. Такие ткани здесь редко попадаются. Я возьму все, что есть. Не волнуйтесь. Ты будешь пироваться с богами после того, как я принесу тебя в жертву. За ним гнались волки. И выбора не было. Пришлось спрятаться здесь. Давным-давно его заморозили, поэтому он и не восстал вместе с остальными. Корабель очень одинок. К счастью, у него отличный питомец. Надеюсь, никто не заметил пропажи. А теперь давайте поиграем. Нихера, волки. Мне интересно, где великан спрятался. Да что он должен где-то быть здесь в лесу, по идее. Хотя хер его знает. Так, я ищу молот. Подожди, пока охранники не уйдут. Он внутри, оказывается. Молот. Не тот молот. Вот он, этот молот. Ритуал. Ничего. Так, где-то еще челик должен с тканью быть, если не ошибаюсь. Джин, ткань. Хлопец. Но это разве не это золото? Так, надо найти старика с золотом. Ну вот золото, по сути. Надо похоронить мертвецов. Надеюсь, ритуал сработал. Сколько сокровищ у тебя, старик? Ты, наверное, великий воин. Надеюсь, никто не заметил пропажи. А теперь давайте поиграем. Давайте поиграем, короче, это дети, да? Да. И старик. Рагнарёк. Я эту штуку использовал в ритуале. Защищайте владычицу. Ты правда думаешь, что их можно успокоить, полив водой? О нет, мой браслет остался на столике. Помогите. Скоро я закопаю свои сокровища. Эти драугры пошли на свидание. Честно говоря, я понятия не имею, как читать руины. Она обожает обои, бои великанов. Держитесь поближе ко мне, и все будет в порядке. Это дерево, наверное, было важное. Забросьте меня на голову вон того великана.
ураганом. Ой, так, здесь очень сильно все так разбито. Защищайте, владычица. Так, владычица. Битва этих великанов. Помогите. Поливка святой водой. Я забыла его на столике. Так, листья. А, так, подожди. Там определенно еще наш медведь, оказывается, был. Па-па-па-па-пам-пам-па-пам. Так, я эту штуку использую в ритуале. Мне интересно, вот за великана. Ага, нашел. Так. Мне осталось камень. Вот здесь я еще не был, в этой части. И лопата мне надо. Там говорилось, что это за сокровище, что ты скоро закопаешь свое сокровище, но... Где тут можно тихо закопать сокровище? Скоро я закопаю свои сокровища. Я не пойму, кто это может говорить здесь. По-любому он говорит о живом человеке. Тут листья нашел. Тут лопаты нету. Мне кажется, нужно где-то на улице договорить. Я и сокровища, в принципе, даже не вижу. Сокровища. Валихалла. Мана, сколько здесь уровней? Как-то очень долго. А, все это последний. Я не могу спокойно есть, когда рядом со мной идет бой. Воспользуйтесь этой штукой, если... если увижу, как кто-то пытается войти в двери. Он уже давно ждет. Есть жирный или есть здоровая пища? Мой сосед по столу ушел, забыл свой щит. Это сокровище дорого, как память. Надо было надевать синие, как и все вокруг. Сразиться со мной? Победитель получит оружие. Сядь на табурет. Ты же качаешься на ходу. Я спрятал свое сокровище под столом. Еда на полу — приманка для насекомых. Не та сказала, малыш. А не та сказка, малыш. И как вообще ты же вышел? Ключ к Вальхалле спрятан в необычном месте. Так. Не та сказка, ключ к Вальхалле спрятан в необычном месте. Это не та сказка, малыш. Как вообще ты вышел? Так, поехали. Ну,
не такое очень огромное место на самом деле. Все в синем. Почему вокруг все в синем, и я только в белом? Так, не то. Так, жук под столом. Еда, 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 молот. Па-пам-пам-пам. Голова птицы. Морковки тут не видать. Морковка, жук. Что еще должно быть? А, щит я должен найти. Угу. Деньги. Жирная, жирная пища. Что здесь может быть? Так, воспользуюсь этой штуковиной, если увижу, как кто-то пытается войти в двери. В какие двери эти? Табурет. Шлем. Так, мой сосед по столу ушел, забыв свой щит. Сосед по столу. Так, не та сказка, малыш, и как ты вообще вышел? Я не, примерно не понимаю, как он говорит сказки и где его могу искать. Может, типа ящерка это дракон имеется в виду? Хотя тот говорит за сказку. Как ты вообще вышел? Я вообще не понимаю, о чем говорят. Здесь я вообще еще никого не нашел. Ну, вот этой части. На самом деле. Вот оно накат. Вот оно. Вот оно. Пипец. Ну что, в принципе, как-то так. У нас остается только последнее DLC.
Да, это оказывается DLC все-таки, наверное. Ну, типа, основной сюжет и типа DLC. Легенда Японии у нас следующая, это последняя вот завершающаяся часть. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!